вас приветствует клиника «Здраво». Я пластический челюстно-лицевой хирург Бегдан Марина Владимировна. Сегодня несколько слов о ринопластике. Ринопластика – это операция по исправлению формы носа либо посттравматических деформаций носа. Также ринопластика бывает открытая и закрытая. Что это значит? Открытая ринопластика – это когда разрез производится внутри ноздри с переходом на кожную часть перегородки носа. И для того, чтобы выполнить операцию, то есть отслаивается большая часть кожи носа, то есть чтобы мы видели хрящи и дальше работали. Закрытая ринопластика, разрез проводится изнутри, то есть со стороны слизистой полости носа, никаких снаружи рубцов, швов не будет, все будет изнутри. Какие показания для открытой и закрытой ринопластики? Закрытая ринопластика в основном проводится, когда у человека незначительные изменения, допустим, после травмы, или он хочет только горбинку носа убрать, то есть незначительные деформации, тогда мы проводим закрытую ринопластику. Но чаще всего к нам пациенты обращаются, конечно же, когда они полностью хотят изменить форму носа, то есть уменьшить кончик, уменьшить ноздри, чтобы нос был сдернутый. Тогда проводится открытая ринопластика, чтобы было больше возможностей создать такой носик, который человек хочет. Перед этим мы, перед операцией, конечно же, мы все обсуждаем с пациентом, что он хочет, какие хочет проблемы решить путем данной операции, именно эстетически, на своем лице. Ну, вот так коротко о ринопластике.